Телекомпания «ВИТ» представляет. Уважаемые телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Самое музыкальное из всех игровых и самое игровое из всех музыкальных шоу, на котором выросло не одно поколение истинных ценителей музыки. Не одно, в смысле, как минимум два. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Емельяненко. А вот и наши участники, встречайте их аплодисментами. Они радуются встрече с вами. Эту встречу подарила им судьба и наше шоу. Прошу вас занимать ваши игровые места. Не стоит застаиваться и засиживаться. Смелее, смелее проходите к вашим игровым местам, потому что именно здесь, за этими желтыми кнопками, развернется основная борьба в нашем сегодняшнем шоу. Но вначале, по традиции, давайте знакомиться с нашей аудиторией. Участник под номером один Александр Коркин. Предприниматель, очень любит творчество Генри, потому что сам обладает невероятным чувством справедливости. Александр Коркин. Участница под номером два Олеся Казарез. Менеджер торговой фирмы. Если бы у нее была волшебная палочка, то она обязательно бы исполнила ее детскую мечту стать балериной. Олеся Казарез. И третий участник нашей программы Дмитрий Ремезов. Студент. Однажды в детстве, когда он потерялся, мама нашла его по громкому пению гимна Советского Союза. Дмитрий Ремезов! Помимо гимна Советского Союза, в нашей программе возможно звучание любой мелодии, написанной нашими отечественными композиторами. Александр, вы участник под номером один, выбирайте. Дорогая моя Москва, я слушаю радио. Песни Игоря Николаева, виниловый шлягер. Дорогая моя Москва, нота номер один. Нота номер один в этой категории — песни о нашем городе, столице нашей любимой, огромной, великой России. Хорошо сказал, пафосно. Слушаем. Дмитрий! Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Совершенно верно, конечно. Мелодия, которая дала название этой категории. Отлично, выбирайте дальше. Давайте песни Игоря Николаева. Песни Игоря Николаева. Хочу напомнить, что Игорь Николаев не только композитор, но и поэт. И, может быть, музыку написал другой композитор, а слова к этой песне именно он. Нота. Ну, с первой давайте начнем. Ну, давайте по порядку разбираться с этой категорией. И цена, заметьте, неплохая. 1000 рублей. Слушаем. Александр. Ну, нажали. Потому что знаете. Песня знаете? Игоря Николаева. Песня Игоря Николаева. Теперь вспомним. Плюм-плюм-плюм-плюм. Я не... Нет. Нет, все очень хорошо. Плюм-плюм-плюм. Давайте так. Букву да. Ю вынимаем. Плим-плим-плим. Плим-плим-плим-плим. Я не ревную тебя. Засчитано. Да. Балалайка. Так называется эта мелодия. Там есть такие слова. Олеся, мужчины уже заработали по своей тысяче, хотел бы, конечно, сказать, по своему первому миллиону, но пока бюджет не позволяет, по своей первой 1000 рублей. Выбирайте Александра, Олеся, продолжим, вы догоняете. Продолжим же здесь, Игорь Николаев. Игорь Николаев, нота. Номер 3. Пожалуйста. Олеся. Пусть говорят. Совершенно верно. Добавлять ничего не надо. Это именно эта мелодия. Счет паритетный. 1000, 1000, 1000. Кто зарабатывает свою первую, вторую 1000 рублей, Олеся, решайте. Какая песня? Песня Игоря Николаева. Песня Игоря Николаева. Нотка? Нота 2. Пожалуйста. Александр. Нет, мы хотим сегодня. Нет, мы хотим сейчас. Программа передач. Совершенно верно. И заметьте, неплохое вознаграждение. 1500 рублей. Вы лидер. Александр, выбирайте. Давайте здесь закончим. Игорь Николаев, четвертая нота. Вперед. Александр. Шальная императрица. Гуляй, шальная императрица. Аллегрова. Ирина Аллегрова исполняет эту песню. Засчитана. Есть.
Заметьте, как напряженно играют наши участники. Никто даже не думает аплодировать своему сопернику. Наоборот, соперникам не нравится, когда их противник выигрывает. Ну что же, улыбайтесь, больше аплодируйте друг другу, и, может быть, через секунду ваш соперник будет аплодировать вам. Александр, прошу. «Виниловый шлягер». «Виниловый шлягер». Песня, разошедшаяся миллионными тиражами на виниловых пластинках. Нотка. Нота номер два. Кто-то из вас сейчас угадает, остальные будут ему аплодировать. Договорились? Как говорят американцы, deal, то есть сделка, сделка. Поехали! Ну, я все же подсказал, головокружение у меня было достаточно натуральным, внятным, можно было посмотреть на ведущего и угадать. Какие старые слова, как кружится голова, как кружится голова. Никто не угадал, никто никому не аплодирует, за исключением зрителей, которые поддерживают наших участников. Олеся, прошу, выбирайте. Давайте я слушаю радио. Четвертая нота. Слушаю радио. Песни, популярные в наше время, все радиостанции прокручивают по 10-20 раз эти мелодии. Нота номер 4, слушаем. Первым был. Он бы подошел. Подожди, Дмитрий, я рассказал, что вы первый. А вот теперь я говорю, что вы первый, да, слушаю вас. Он бы подошел. Он бы подошел, я бы отвернулась, совершенно верно. Он бы приставал ко мне, я ушла. Верка Сердючка, выбирайте. Давайте я слушаю радио, третью ноту. Уже слушаем, вовсю. Александр. Падали звезды, падали. Надо ли плакать, надо ли. В общем-то, рыдать не стоит, но взгрустнуть сейчас придется. Я объясню, почему. Вы абсолютно правильно угадали мелодию. Да, 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 естественно. Так вот, поводом для грусти является моя информация о том, что первый тур на этом заканчивается. Поводом для радости является моя информация о том, что мы с вами увидимся во втором туре через несколько мгновений. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники. Всего одна мелодия не угадана. Очень неплохой результат, тем более, что это первый тур пробный. Они осваиваются, пробуют на твердость и крепость наших кнопок. Второй тур нашей программы. Здесь очень много денег. И здесь разобьется одна судьба одного из наших участников. Потому что по итогам второго тура один из нас, вернее, один из игроков, покинет наше шоу. Добро пожаловать во второй тур. Александр, вы чувствуете себя лидером, флагманом игры? Да. У вас 4750 рублей. Но я хочу вам сказать, что стоит Дмитрию угадать всего лишь две мелодии, и он низвергнет вас с пьедестала. Поэтому не отдавайте пьедестал. А соперники Александра, конечно же, свергайте кумиров и воздвигайте новые. Александр, выбирайте. «Маэстро», «Застолье», «Ботанический сад», «Рубеж веков». Давайте «Застолье». Давайте «Застолье», песни, которые мы часто собираемся в хорошей компании, исполняем. Ну, где-то между третьей и четвертой рюмкой, как правило, идет первый запев. Слушаем. Александр. Огней так много золотых на улице Саратова. Да, естественно. Теперь вас отделяют три мелодии от ближайшего соперника, но не стоит расслабляться. Выбирайте дальше. Продолжим здесь. «Застолье», следующая мелодия. А многие, кстати, почему-то эту песню «Черемшой» называют. «Черемша», конечно, полезный продукт, но они разные. «Черемши» на и просто «Черемша». Хотя я выбираю «Черемшу». «Черемшина». Очевидно, когда вы собираетесь в компании близких друзей, эта песня как-то выпадает из вашего репертуара. Олеся, выбирайте. Давайте «Маэстро». «Маэстро», песня Раймонда Паулса. Здесь нот нет, здесь мелодии тут одна за другой. Прекрасная категория, хорошие деньги. Слушаем. Первым был Дмитрий. Ты прости меня, любимый мой. На-на-на-на, на-на-на. Ну там, вернее, как, вы перепутали, вы состыковали неправильно музыку и слова. Слова из этой песни. «Без меня тебе, любимый мой». А, «Без меня», мой. И мы еще споем. Да-да-да-да-да. «Лететь с одним крылом», засчитано. Дмитрий. «Рубеж веков» давайте. «Рубеж веков». Итак, песни, написанные на рубеже 20 и 21 века. Слушаем. Александр! Не похоже на меня, не похоже, не похоже на тебя. Просто так, прохожий парень, чернокожий, есть! Олег! Вот сейчас обязательно прислушайтесь к моим словам. Вам это наверняка говорили в школе, говорили родители. Сейчас я скажу. Извините за менторский тон. Олеся,
пора браться за ум. Угу. Возьмите себя в руки. Вернее как, возьмите кнопку в руки и идите с песней по жизни. Александр, прошу. Продолжим здесь, да. Остаемся в категории «Рубеж веков». Слушаем. Дмитрий! То ли девочка, а то ли видение. То ли девочка, а то ли видение. Защита! Олесь, знаете, у группы «Рондо» есть в одной из песен такие слова. «Я причинил тебе боль». «Я причиню тебе боль, Олеся». Угадывайте. Давайте аплодисментами поможем Олесе. Она отстающая, ей тяжело. Дмитрий, выбирайте. Рубеж веков. Рубеж веков. Следующая. Вперед. Дмитрий. Лунный свет не манит. Я тебя совсем не знала. Но любовь мне подсказала. Конечно, да. Лунный свет. Угадана. Замечательно. И, наверное, будем оставаться в рубеже веков. Следующая мелодия. Александр. Позови меня. В этой песне, которую вы сейчас говорите, нет слова Владимир Пресняков. Владимир Пресняков, совершенно верно. Но «Позови меня» нет. И вот есть песня «Позови меня в ночи, приду, а прогонишь прочь, с ума сойду». Но это Влад Сташевский. Упс. Сильный игрок. Раз, два, три. Обмани меня. К сожалению, нет, я не засчитываю ответ как верный. Две мелодии, вы вне игры. Олеся, я убрал сильного соперника. Я это сделал нарочно. Я мог, конечно, его спасти, но это не сделал. Я подтолкнул его в пропасть. Упал. Олеся, выбирайте. Давайте «Застолье». «Застолье». Слушаем. Олеся, да. Ландыши. Вы слышали крик Александра? Он там лежит, вот. Вот, нелепо распластавшись. Вы хотите к нему присоединиться? Нет. Ой, как он нетоварно выглядит. Такой, раз. И это водичка такая. Жу-жу-жу-жу. Бежит ручей. Бежит ручей, течет ручей, и я ничья, и ты ничей. Засчитано! Зажгите свет над Александром, уважаемые игроки. На это время второго тура нашей программы подходит к концу. Олеся, вы слишком поздно взялись за ум. К сожалению, я вынужден поставить вам кол. Но по итогам второго тура. А вообще, молодец. Замечательно, яркая, красивая игра. Аплодисменты Олесе. Спасибо огромное. Дмитрий, Александр, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники. Даже с помощью ведущего, если ведущий выгоняет кого-то из соперников, не всегда можно взять реванш, потому что слишком поздно. Часы неумолимо тикают, и вот мы подошли к финалу. Дорогие друзья, встречаем наших участников в третьем туре. Создаем им атмосферу благожелательности и поддержки. И, собственно говоря, следим за перипетиями борьбы. Добро пожаловать в третий тур, уважаемые участники. Лидером по итогам первых двух является Александр. Александр, вы будете начинать торги после моей подсказки. Песня о коротком, но весьма значительном моменте. Прошу. Ну, я постараюсь угадать эту мелодию с трех нот. Три ноты. Самая высокая цена права начинающего торги. Прошу. Песня о коротком, но весьма значительном моменте. Три ноты. Слушаем. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Догадались по подсказке, назначили самую высокую цену. Абсолютно правильно поступили. 1-0. Подсказка номер два. Песня о насекомом, не разрешающем ссориться. Есть такие насекомые, которые не разрешают ссориться. Александр, прошу. Ну, я постараюсь угадать эту песню тоже с трех нот. С трех нот. Александр. Удивляет нас. На самом деле, три ноты — очень высокая цена. Если вы это сделаете, о, как мы вам будем аплодировать. Песня о насекомом, не разрешающем ссориться. Слушаем. Песня о добром жуке. Громко крылья. Песенка о добром жуке. Строго спорить запрещал, верно? Да. Совершенно верно. 2-0. Дмитрий, не знаю, что и сказать. Вся инициатива в руках у Александра. Посмотрим, какую цену он назначит, когда будет торговаться. По поводу третьей подсказки. Песня об определенных признаках несчастья. Александр, прошу. Я постараюсь угадать эту мелодию с четырех нот. Я постараюсь угадать с трех. Пытайтесь повторить подвиг Александра. Дмитрий, желаю удачи. Спасибо. Песня об определенных признаках несчастья. Три ноты.
Есть такие признаки, есть такие признаки. Вам нужно их назвать. Дмитрий, ответ. Раз, два, три. У беды глаза зеленые. Так назывался этот мотив. Три ноты, очень высокая цена. 3-0 в пользу Александра. Александр, поздравляю от всей души. Вы знаете, позвольте восхититься вашим участием. Две мелодии вы угадали с трех нот, отдали право сопернику, угадали с трех нот, но он, к сожалению, этого не смог сделать. Дмитрий, не расстраивайтесь, просто Александр очень серьезный конкурент. Аплодисменты Дмитрию, благодарность за участие в нашей программе. Александр, увидимся в суперигре. Прошу вас, зайдите на поле, уважаемые участники. Александр, я бы назвал его человеком сплошной интуиции. Догадаться с двух подсказок о мелодиях достаточно сложно. Александр Коркин появляется в студии под аплодисменты всех присутствующих. Он поразил нас в третьем туре, удивлял и радовал игрой в первом и втором турах нашей программы. Самое время ему выиграть суперигру. Александр, поздравляю. Прекрасная игра, правда, денег не так много. 16 698 рублей. Но это вот ошибочки первых-вторых туров, которые не позволили вам сейчас владеть, ну, если не всеми деньгами мира, то достаточно, вернее, гораздо более значительной суммой. Вы можете выиграть еще 10 тысяч рублей. Напоминаю правила, нельзя ошибаться. Нельзя. Можно пропускать мелодии, чтобы, разгадав последующие, вернуться к непокорной. Вы готовы? Да. Мы желаем удачи нашему финалисту Александр Коркин! Поехали! Я пропущу эту... Пропущу. Но вы правильно делаете, потому что если вы сомневаетесь, лучше пропустить. Дальше. Маэстро, песня. Маэстро, совершенно верно, Раймонд Паулс, да. Мелодия номер три. Нас не догонишь. Нас не догонит группа Тату. Засчитано. Следующее. Я люблю тебя, девочка, очень. Она на небе тучи, тучи. Иванушкин заметил, что песня тучи. А что было до этого? До этого же была ошибка. Должны не засчитать вам игру. Или засчитать. Давайте так. В чистом виде эксперимент. По-честному закрываю глаза. Отворачиваюсь. Александр, к сожалению, ошибаться в суперигре нельзя. Вы допустили ошибку, назвали не ту мелодию, потом поправились. Хотя, ладно, засчитываю. Я соткан из достоинств и противоречий, дорогие друзья. Все-таки близнец, он есть близнец. Дальше. Электричка. Он уехал прочь на ночной электричке, совершенно верно, да. Мелодия номер шесть. Это лето Кастанет. Это лето Кастанет на лазурном побережье засчитано. Итак, в запасе у вас 17 секунд. Нужно разгадать мелодию номер 7 и вернуться к мелодии номер 1. Поехали. Это песня «Такси». «Такси» Крис Кельми, совершенно верно. Ну, собственно говоря, по-моему, вы вначале просто с нами игрались. 14 секунд, первая мелодия, вы ее точно знаете. Поехали. «Возьми меня с собой». «Там в краю далеком», да, совершенно верно. Александр Коркин выиграл суперигру. Аплодисменты, музыка, поздравления. Замечательно, очень хорошая игра. На самом деле, конечно, если быть честным... Я вас пощадил, но пощадил заслуженно, потому что остальные мелодии Александр разгадал без стучка и задоринки. Мы прощаемся на этой высокой патриотической ноте. До новых скорых встреч. С вами Крис Кельми. Такси. Ездите на такси как можно чаще. Это приятное времяпрепровождение, особенно с Крисом Кельми. Счастливо.